Итак, всем привет. Мариса, скажи всем привет. Привет. Мы вчера встречались с моими приятельницами и, знаете, делали такой легкий шопинг. Кому интересно, фотографии есть в Инстаграме. Видео я не снимала, и сегодня я вам хочу показать какие-то такие интересные покупки, которые у меня были, подарки, которые Мелисса получила, и которые я там ей тоже кое-что прикупила. Наверное, давай начнем, Мими, с того, что тебе подарила тетя Таня. Помнишь твои любимые джинсовые шорты? Это тоже были от нее. Ну, давай открываем, смотрите, что у нас тут есть. Давай, доставай. Так. Так, это тоже. У нас есть зубная. Дюпа. Да, ну-ка давай покажем, что еще у нас есть. Зубная щетка. А это Биби. Мими, а кто там на щетке у нас? Спайди. Спайди, да, и тут Спайди. Смотри, какая тетя Таня у нас. Она даже заметила, что очень любит. Там, ну сейчас не надо, мы уже чистили утром зубы, теперь только вечером. Бала. Ну, Бала, ну я понимаю, что Бала, но сейчас не надо. Мы сейчас идем гулять, у нас целая куча интересных дел. Давай, закрывай и вечером почистим. И огромное спасибо тете Тане. И вот еще Мишка. Смотрите, какая у него попа. Ты видел, какая попа? Прикольный? Да. Да. Вот такая вот попа. Горлочка. Вот такая надпись. Саптаба. Саптаба. Все, да. Мелочи. Смотрите, какой медведь. Это Мимина Буба. Да, это Мимина Буба. Это Таня сделала сама. Огромное спасибо. И здесь еще она написала нам. Мелисса Тильви. Да, сейчас я тебя дам. Ну сядь, подожди, еще есть интересные вещи, Мими. Это еще не все. Давай, сейчас увидишь. Так что вот такой классный медведь. А тут теперь это чистит зубы. Угу, это чистит зубы. А тут чук-чук. Дальше у нас тут кое-какие вещички для меня. Двинься ко мне поближе, что сидишь так далеко. Давай сюда. Вообще тебе надо, наверное, мою подушку отдать. Если мою подушку. А, теперь я куда-то провалилась. Вот, теперь у нас все четко. Значит, тут у нас всякие мелкие приятности для меня. Faberlic топ коут. Угу. Посмотрим, что это. Вот так выглядит. Что-то как-то не видно. Так, ладно. Огромное спасибо Тане, конечно. Два лака от Эйси. Но это мы с вами потом в маникюрах разберемся. Огромное спасибо еще раз. Украшение вот такое. Его уже поносила даже из разных частей. Кстати, лак на мне сегодня такой самосборный, самосмесь. Вот такое украшение. У меня тут небольшой развал всяких вещей. Спасибо огромное девочкам за подарки. И я хочу вам показать ногти. Рассказала уже, что это сама смешанный лак. Покажу вам, из чего я его смешала, потому что все абсолютно израильски доступно. Значит, вот то, что у меня вышло. Эти бутылочки я заказала где-то на eBay. Вот так выглядит лак. Кстати, обратите внимание, вы не видите нечто странное? Видите нечто странное? Видите, вот это все это странно. Я отрастила длинные ногти, я раньше ходила всегда с длинными ногтями. А вот последние 7 лет просто вот как отрезала. Вот просто мне это выглядело как-то неэстетично, и меня вымораживал этот вид, и не отращивала ногти ни за что. И, наконец-то, вот я опять вернулась к длинным ногтям. Посмотрим, как пойдет. Так вот, это конечный результат, то, что у нас вышло. И смешала я вот эти два лака. Вот этот вообще 24 карата, это Jade. Я его с чем только не смешивала. И с серебряными, и с, в общем, миллион вариантов. И решила в этот раз, почему бы просто вот ночью вдруг вижу, у меня лак скололся. Час ночи я встаю
и иду делать маникюр. И думаю, а почему бы не смешать белый лак с золотым, посмотрим, что будет. Значит, я смотрю. О, поймала фокус. Вот этот вот, что у нас тут, purity, по-моему, написано, если я не ошибаюсь. Ну да, чистота. Вот такой вот белый, кстати, он сам по себе достаточно неплох, в два слоя, очень хорошо. И вот этот вот 24 карата. Короче говоря, у меня теперь вышло такое purity gold, такой purity 24 карата. Вот такая вот история, поэтому покупайте небольшие бутылочки, смешивайте лаки, пробуйте какие-то варианты. Мне кажется, это очень прикольно, тем более, если, как я говорила, здесь 4 миллилитра, да? Ай, не убегать. А тут у нас 13. Знаете, сколько можно вариаций, сколько надо намешать можно всего из этого. Потому что вот я, увидите, по скидке купила 10 шекелей, можно купить 10-12 шекелей и сделать кучу вариаций. А не получится, просто можно либо выбросить, либо бутылочку сполоснуть каким-нибудь ацетоном и новую смесь намесить. Потому что реально, у кого много лаков, и ты ищешь какие-то новые вариации, какие-то новые оттенки. А так как у меня безумно много именно вот этих вот джейд, которые совершенно миксуются вместе просто вот так, супер рекомендую. И вот такая штука. Я не знаю, для чего это. Я это использую для мытья щеток. Наверное, это если мытья щеток, у меня есть такая маленькая. И вот, я думаю, что это да, для мытья щеток. Исправьте меня, если я не права. Нина, что ты думаешь, это для мытья кистей? А? Для мытья кистей, надеюсь, это не для лица. Надеюсь, это для мытья кистей. Я не совсем с ума сошла. Так, здесь все, теперь... Да. Скажи спасибо, скажи то-да. Нет, не надо прощаться, надо сказать то-да. Ну, скажи то-да. 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 Танечка, спасибо. Дальше, Мири, смотри, оставь пока это. Смотри, что у тебя есть. Помнишь, это тело? Где папины такие штаны? Давай покажем. Мы купили как-то нашему папе спортивные штаны. Ну, не спортивные, такие вот из худис, вот такие вот штаны. Хаки такой вот. Ну, это не хаки, да, наверное. В общем, правда, не зеленые, но тоже из этой же. Камуфляж. Камуфляж. И Мелисса, конечно, тоже захотела такие же штаны. Смотри, что я тебе нашла. Доставай. Помнишь, ты хотела такие, как у папы? А? Это для Ляля. Да, это для Ляли, это для маленьких. Мы оденем. Одеть это? Да, конечно, сейчас оденем, обязательно оденем сейчас. Вот такие же мы купили Мелисс. Это детская Зара для мальчиков на 5 лет, стоили что-то около 100 шекелей, да. Но как бы, когда что-то хочется, не обязательно выискивать что-то по скидке. По скидке, знаете, затариваться надо так глобально. А когда есть какая-то вещь, которой не хватает и которую хочется, я всегда покупаю за полную цену, нет никакой проблемы. Так, что еще я хотела показать? Да, дальше покажу еще тоже подарки, что у меня какое-то сегодня спутанное видео. Все кучи. Я тут, конечно, была в магазине, прикупила себе еще кое-что. Нравится? Да? Давай, покажи еще раз. Давай, возьми, покажи, садись. Садись, покажи, какие у тебя замечательные штаны. Давай, подними повыше. Вот так, вот они штаны. Молодцы. Одеть? Ну, давай, ты иди к папе, он тебя оденет. А я закончу уже видео снимать. Все, подушку назад. А то мне как-то низко ощущается. О, смотрите. Так вот. Была я в Кастро, и там распродажа была мужских вещей. И я думаю, как же не посмотреть, вдруг что-то есть для меня. И, конечно же, я кое-что нашла для себя. Я обожаю вот такой вот серо-гранжевый цвет, тем более гранж. Это будет, наверное, глупо если и смешно, если я опять скажу, что да, он на пике моды. Он последний, вот сколько я видео снимаю, 7 лет, 6 лет он на пике моды. И вот такая вот мужская... типа свитшот, только без рукавов, в виде жилета. Я взяла размер extra large. И видите, за счет того, что он без рукавов, не будут торчать огромные плечи. Оно просто мне здесь еще такой вот... А, как это называется? Покрой рукава, я все время забываю. Да, без шва на плече, соответственно, вообще супер подходит. Даже на моих широких бедрах extra large просто сидит по бедрам. И мне кажется, это превосходная вещь для комбинирования с чем только нет. Хотите с платьем, хотите с юбкой, с какой-то рубашкой. Я была на встрече с девочками в этой вот штуке. Вы не представляете, на мне были штаны синие,
бело-синий, оранжевый и кремовая полоска. Я вижу, у всех глаза уже поползли на лоб. Да-да-да. Вот эта штука, а под ней рубашка кремово-синей полоской, не полоской, клеткой. Угу. Сейчас все представили себе что-то очень странное, но поверьте мне, это смотрелось просто. Просто потрясающе. Кому интересно, загляните опять же в Инстаграм. Кстати, у Мелиссы тоже есть Инстаграм. Все ссылки всегда находятся внизу. Вот мы в ее Инстаграм добавляем какие-то фотографии, которые я делаю, такие более профессиональные, какие-то смешные видео, которые получается заснять. Ну, я думаю, что, в общем, будет очень даже интересно. Так что вот с капюшоном. Капюшон такой еще двойной, что у него подкладка есть. Все, одела. Ну-ка, давай. Давай, залезай сюда, покажем, какие замечательные штаны. Давай, вставай на ножки, так не будет видно. Давай. Это, кстати, отдел для мальчиков на 5 лет. Ей еще не исполнилось 4, и как раз оно по размеру. А, супер, какие штаны. Иди сюда немножко поближе. Чупчи. Да? Ну все, супер. Забирай медведя, забирай конфеты. Тане сказали туда. Маши и скажи, Таня, пока. Так, Таня. Пока. Да, все, давай, иди. Люк. Для зубов, на. Все свое забирай и иди. И эти вещи, вот эта толстовка, она была по 50% что-то там. И она мне стоила 60-65 шекелей. Совсем недорого. И там у них, опять же, вот этот из их арт-проекта, который они частенько делают с разными вот такими вот рисунками какими-то. В общем, такие интересные вещи делают. И также была в Заре и прикупила себе за 60 шекелей, ну, вы ее видели, вот эту вот штуку с таким интересным воротником, и у нее необработанный край рукава. Там были такие же еще серые и черные, но они, поверьте мне, смотрятся уже как, на мой взгляд, не очень. Это стопроцентный хлопок, проверила на всякий случай, а то бывает. 60 шекелей тоже замечательно, пополнилась коллекция моих вещей. И тут от Ирочки подарок. Тоже от Oriflame такая вот терка для ног. Вот этот супер бальзам, который из раздела «Везде бальзам», где намажешь, там и бальзам. У кого есть доступ к Oriflame, рекомендую. Я люблю такие бальзамы, которые я могу кинуть в сумку. Ну, вообще, знаете, у меня слабость к бальзамам для губ, которые можно везде намазать. Здесь у меня несколько кистей. Так. Тут тоже какая-то штука, я подозреваю, что это тоже для... Да, Мелисса, что ты хочешь? Открыть тебе конфету? Да. А папа разрешил или надо покушать? Покушать? Да, ну иди покушай сначала. Я люблю слово «покушать», если кому-то оно не нравится. Ура, я не полная идиотка. Это таки мыть кисти. Да, я думаю, вот это тоже для этого. Так что одна пойдет к маме, одна пойдет ко мне. Спасибо, девочки, вам огромное. Что я говорила до того, как Мелисса пришла с конфетой? Что я большой любитель бальзамов и люблю, когда помады остается немножко, и просто вот бальзамчиком сверху. Так, здесь еще кисть. Так, кисть, Oriflame. И OI, я не знаю, наверное, это ее название, написано Blending Brush. Как ее открыть? Где здесь есть такая штука, чтобы открыть? Я же известный мясник. У меня всегда есть ножницы. Вы не поверите, я сегодня этими ножницами себе брови стригла. Ну, не брови, а один волосок торчал. Я этими ножницами стригла, потому что лень было идти к маленькому набору. Значит, вот такая вот blending brush. Замечательно. Идет пока в сторонку. Это идет в мусор. Упаковочки тоже в мусор. Дальше моя любовь на все времена от Oriflame, это вот это их мыло. Оно у них бывает разное, в зависимости от сезона, то они... Все-таки с конфеты идешь, да? Ну иди сюда, садись со мной. Мыло вот это от Oriflame, которое... Оно бывает более такое в стиле Хэллоуин, более в стиле, не знаю, рождественском каком-то. Пахнет потрясающе. Знаете, чем оно еще хорошо? Просто сейчас нам уже это не актуально. Пока. Ушла. Пока-пока.
но оно очень хорошо для бритья лица. Мой муж его использовал кисточкой для бритья, как вот пену для бритья. Он вообще любит вот эти все, ну, заметно, раз он отрастил в конце бороду, вот эти все процедуры и разные изыскания в этом направлении. Поэтому вот это мыло идеально вспенивается. Слушайте, наверное, его можно использовать для бритья там других частей тела, типа ног и всего остального. Не, ничего не хочу, иди. Мишку посадишь тут, пока ли сядешь со мной. Крем, я думаю, что это для рук вот такой. Так. Это маска. Огурец. Вот такой зеленый лак. Моя слабость, зеленые лаки. И здесь у нас еще, что у нас здесь? Гель Шайн, металлик эффект. Два вот таких вот. Я думаю, это лаки для ногтей. Мими, ты мне мешаешь сейчас. Давай, shake it. Вау. Смотрите, какой красивый. Правда красивый? Угу. Тебя эль? Да. Нужна секша, фланула. И вот такой вот зеленый. Это вообще к моим глазам. В общем, встреча у нас с девочками прошла супер-супер классно. Мы так наелись, я вам скажу честно, я до вечера еще не хотела есть. Мы потом с моей мамой и с Иланой переместились через... Мы встретились в TLV Fashion Mall, потом переместились. Часть отъехала уже домой к обеду, а мы с Иланой, с моей мамой переместились по бульвару Ротшильд в мое любимое арт-кафе, и там так завершили, можно сказать. Еще несколькими часами посиделок, я вывесила уже фотки. Я как раз камеру свою профессиональную прихватила. У меня когда в последнее время, знаете, желание пошло фотографировать, и фотографировать много. Вот просто поперла. Я даже достала все свои линзы, начала пробовать, вспоминать, какая мне больше для чего нравилась. Конечно, начала я сразу с телеобъектива большого, потому что я считаю, что телеобъектив – это жизнь. В общем, заходите в Инстаграм, обещаю, много интересных фотографий, так как я начала опять фотографировать. Вот вдохновение прямо поперло. Все. Мелис, давай будем прощаться. Ну, не видно тебя. Ну, посмотрите, надо, чтобы тебя было видно. Пока-пока. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео.